И это очень даже неплохо, когда такой мебельный центр есть в городе. Сюда можно прийти и получить не просто удовольствие. Вы придите просто и посмотрите. Посмотрите просто посмотрите. И после этого вы подумаете, что мебель в Вавилоне, она не стоит больших денег в природе своей. Потому что она не стоит больших денег. Вы можете ее взять спокойненько, купить и получать удовольствие, потому что она изумительная и правильная. Что находится за моей спиной? Что это? Круто? То да. Но круто — это свое. А не круто — это ценники. Это большее удовольствие, сделанное для вас, человеки Магнитогорска и окрестностей. Сейчас докатаю. Центров по продаже мебели много. И честно, честно, там аренда, а здесь свое. Вы, господа, за аренду платите, а здесь аренды нет. Вавилон строился с этой целью. Это комплекс для всех. Но по большей части это комплекс для 90% населения Магнитогорска и пригорода. Причем пригород — это 200 километров. Неплохой пригород. И самое главное, вы видите цены. А иногда вы цены большие оставляете в сетевиках. Вы въезжаете? Это все стоит недорого. Нет аренды, и все. Вам это надо понимать. Я не буду говорить о ассортименте, он весь. То бишь, придя в Вавилон, я честно здесь бы и остался. Самое забавное крутится в ваших кошельках. В них. Вам же нужна машина круче соседа. Ну, во-первых, круче — это дивная цена, которая рушится на 10% после выезда из автомобильного салона. Причем эта цена уже, по-моему, в миллионах. Затем рушится пробегом и авариями. Пробег весьма интересен. Это деньги и разные, а мебель стоит дома, красуясь новизной и качеством. К слову, и новизна, и качество безупречны. Магнитогорск всегда мебелью славился. И никто никуда не ушел. Мебель от Вавилона на Карла Маркса 204 именно безупречная и стоит в серединке. Столько, сколько вы можете купить за одну зарплату. Точно. Даже при крутизне кухни, кухня покупается по отдельности. За полгода и кухня отвинтецкая, просто вах, как и спальня. И не думайте, что будет больше. Вам все привезут, не беспокойтесь. Все с топом и по качеству, и по количеству. Мы приехали в магазин Вавилон Карла Маркса 204. И мы зашли, и я вам реально показываю. А это я что-то и не видел. Вот я немножко лоханулся. Да. Всегда хорошо, когда вы будете говорить про такие вещи. Отличный стол, кстати. То есть мы не будем говорить, что как бы здесь ценники вверх. Да нет, здесь ценники как раз для всех. И для тех, у кого только что появился ребеночек, это мы поднимемся. И для тех, кто только что вышел замуж, это мы тоже сделаем. И для тех, кто хочет сделать для себя отличную кухню, это тоже хорошо. И для тех, кто хочет сделать хорошее, умиротворенное и удивительное место для отдыха, это тоже здесь есть, причем все есть. И самое забавное, что когда мы будем говорить о ценниках, то есть ценники здесь, вот на этот стол, он стоит всего 5000 с небольшим рублей. Тут много таких вещей, которые реально, во-первых, даже пенсионерский бюджет не будут ошибать. А я-то лоханулся, пришлось мне кое-что в другом месте брать. Был бы с головой, приехал бы, и моей бы пенсии хватило. Потому что ценники абсолютно нормальные. Нормальные, качественные. И сделано все, так скажем, очень даже неплохо. Как бы вам сказать, чтобы не обидеть? Качественный ремонт, как и качественная мебель, и честно, идеальная мебель стоит годами и десятилетиями. Малость больший вариант. Мебель Вавилона, сделанная с умом и сердцем, может послужить и вам, и детям, и правнукам. Любите ее, она даст вам удовольствие. И даже если уж случится, продавайте квартиру с мебелью.
Потому что купить новую в Вавилоне на Карла Маркса 204 вы можете сделать всегда. А квартира с мебелью продается дороже. Это, наверное, тема другая. Мебель из чистого дерева. Но чистое дерево сохнет, это жизнь. Металл с качественным пластиком. Это тоже интересно. Я лично видел это в Китае. Зеркало с хромом особенно. И у каждого из вас есть свои неповторимые тараканы в головах. Так вот, все для неповторимости. Все-все есть в Вавилоне. И вот вопрос. Давайте сделаем так. Своих тараканов выпускаем на Карла Маркса 204 в Вавилоне. Уж поверьте, будет и результат, будет удовольствие в цене. Еще раз говорю, будет. Просто есть все от и до. И вы не парьтесь, город небольшой. Вот качество другое. Другое и все, но лучшее в Вавилоне и недорого. Да. Сейчас покажу. Кресло глайдер Родос. И цена-то очень хорошая. Оно крутится, видите? Красивенько, да? Что еще тут готовится? И как оно приготавливается? Вау, сейчас покажу. Вот так вот. Откидываем ножички. Вот так вот спокойненько. И уже в расслабончике. Сейчас посмотрю, где тут делается. Так. Глянем. Оно должно... Во-во-во. Оно вот так раздвигается. Вау, круто. Круто от винта. Еще, наверное, поднимается каким-то макаром. Да. Сейчас посмотрим. Да. То есть, в принципе, можно спокойненько вот так вот отдохнуть. Как это делается в Америке. Иногда даже можно и поспать. Потому что это красиво. И цена достаточно красивая. И ровная. И нормальная. А здесь таких кресел очень, кстати, много. При всем при том, как бы сказать, на этом кресле, если сюда еще поставить этот, вот так спокойненько. Вот у меня телевизор я себе взял 65 по диагонали. Чуть-чуть примочку сделать. Может быть, сделается к этому. Тема отдельная. Вот. Ты даже можешь спокойненько, расслабившись, и в танки поиграть. Представляете? Не садиться вот так, чтобы где-то было. Микрофон опять отвалился у меня. Да. Вот, вернул на круги свои. Вот. Ну красиво, ровно. 21 900 рублей. Ну, 20. Это, посмотрите, как это выглядит. Это выглядит просто изумительно. Нормальный. Кресельный глайдер. Красиво. Ну, главное, выполнено, что, знаете, весело, круто. Интересно. К слову о том, что здесь все выполнено весело, круто и интересно. Потому что здесь работа для вас. Это вообще, как бы, мы будем говорить о лучших вещах. А лучшие вещи здесь есть. Надо просто прийти, посмотреть и подумать. Кстати, очень интересная тема. Вот я как бы думаю, что я, наверное, лохом стал. Потому что вместо того, чтобы заплатить здесь сумму-то небольшую, в принципе, те кресла, которые я себе взял из офиса, они были ушатаны, естественно. Только зачем их себе брал? То есть можно было взять чистое, грамотное, ровное кресло за сумму 4500 рублей. Халява. Однозначно халява. Где? Магазин Вавилон. Карла Маркса 204. Вот оно как. Это не кресло, которое просто качается. Оно на месте стоит. Опа-да. Вот это да. А я-то немножко думал по-другому. Да, клево. Конечно, удовольствие. Конечен результат. И самое главное, цель оправдывает средства. Поверьте, мои проблемы ровно те же. Купили кожаный диван. Кожа только сверху. Остальное дешевый кожзам. Обтряхнулся весь в лохмотье. Вот этот кожаный диван. Всего за 5 лет. И цена. А цена была не маленькая. Так вот зачем? На всех трех этажах мебель разная и недорогая.
Этот диван покупался, когда доллар стоил 32 рубля, ценой 850 долларов. Сегодня за 85 тысяч рублей это будет далеко не кожаный диван, а комплекс мебели в трехкомнатную квартиру. Где? Да в Вавилоне, на Карла Маркса 204. Трудно видеть идиота в зеркале, а приходится. Поверьте мне, золотые монеты кончились, золото еще поискать надо. Часть золота России отняли Штаты. Но качество не отняли. Я видел много и скажу, чем интересна наша страна. Мы никогда не были зажиточными, но всегда умели делать то, с чем никто не может сравниться. И танки, и самолеты, и космические корабли, и мебель. Там еще много чего было, но дух творческих идей и решений, он недоступен для чванливого государства. А мы никогда такими и не были. Мы делали ту же мебель, качеством круче и дешевле. И все это в Вавилоне, на Карла Маркса 204. Итак, где мы находимся? Мы находимся на Карла Маркса 204. Еще раз говорю, Карла Маркса 204 – это магазин «Вавилон». Он дает вам возможность приобрести то, что вам нужно. Оно стоит недорого. И да просто зайдите сюда, просто зайдите. Посмотрите, посмотрите и убедитесь, что бегать-то никуда не нужно. Потому что это есть и сделано для вас. Для всех жителей Магнитогорска, гостей города. Для тех, у кого денег ни куры не клюют, здесь все по-другому. Здесь вы должны понимать, что это удовольствие, которое, в принципе, затем можно убрать, как это делается в других городах, в других планетах. В смысле, планета та же, город, правда, другой, под названием Италия. Там все стоит дешево. Ну, вот так вот.